Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И сегодня мы поговорим о трех вопросах, о трех моментах. Первое — это о том, как я помогаю или нет своим партнерам. Второй вопрос посвящен тому, как именно я работаю на тех сайтах, которые предлагаю вам. И как делаю так, чтобы ничего не потерять именно в той подборке, в которую я вас приглашаю. И третье — о том, о доходности тех проектов, которые мы рассматриваем с вами. Итак, первое — это о том, как я помогаю и помогаю или нет. Вот мне на контакт пришел вот вопрос: платит такой-то проект или нет? Адревберст. Я отвечаю, что были, поскольку во всех рассказах об этих сайтах я говорю, что это вот эти 4, уже 5 сайтов от одного и того же админа. Вот я и написал, что 3 выплаты с Traffic Quick была, одна выплата с Adreverse, и к воскресному обзору, то есть завтра я собираюсь еще один обзор сделать, может, придет и вторая. И следующий вопрос: а за сколько пакет отрабатывает, ну, по времени? Вот обратите внимание, это без 10:11 вопрос, и где-то через полчаса приходит скрин с этого проекта. И еще позже, ну, все ясно. Это я уже все это вижу на гаджете. И, ну, читаю, ну, все ясно, ясно. Поставил лайк, смайлик. Ну, хорошо, человек разобрался. Оказывается, нет. Он мне пишет: и как вас понять, я же вас конкретно спросил, зачем видео говорить, что своим рефом будете помогать. Ну, ребята и девчата, ну и тут я уже вечером пришел домой, написал ему, пусть прочитает. Как вам сказать, я не сижу днем и ночью за компьютером, это раз. С ответом могу и запоздать, хотя здесь и видно, что, ну, я и ответил, что, мол, платит и все, и так далее. Ну, он прислал, я обрадовался, что все понятно. И оказывается, нет. Другой, если вот какой-то вопрос, вот видите, допустим, пришла оплата, я говорю, что пришла, а вот это вот за сколько пакет отрабатывает, во-первых, это ответ тут развернут, и на него там в двух словах не ответишь. И там я за рулем или у кого-то в гостях, ну, естественно, ребят, я не буду там сидеть и отвечать на этот вопрос. Если увижу, что именно что-то такое срочное, вот, неотложное, надо помочь, я сделаю и это сделаю. Там мне нетрудно свернуть на обочину и там отписать: сделай то-то и то-то. Но это не тот вопрос, это раз. Во-вторых, я сейчас вот открою вам два ролика с плейлистов, но на самом деле ответ на этот вопрос, вот конкретно на этот вопрос, сразу в нескольких роликах уже дан. Вот я сейчас включу на пару минут, и вот смотрите, показываю, где посмотреть начисление в час. Это один, самый первый ролик из этой серии. Вот взять и умножить эту цифру на 24. Это же можно сделать. Это другой ролик. От регистрации до рекламы. Пожалуйста. Вот нажал, посмотрел. Вот. Вот. Конкретно говорится, раз в час начисления идут, и т.д. и т.п. Это, во-первых. Во-вторых,
В подобного рода проектах, если говорится, что вот через месяц мы вам отдадим с 30% или там с 50% начислениями, все, закрывайте и уходите. Тут все зависит на таких проектах от так называемого бассейна доходов, общего бассейна. Они, эти начисления, они варьируются, они меняются. Нет такого, чтобы от начала и до конца вот эта цифра была одна и та же. Она меняется все время. И вот однозначно ответить, что ваши 10 долларов через 30 дней превратятся в 13, этого вам не скажет никто. Даже сам админсайт, если он честный человек, конечно. Тем более во всех условиях это написано, что конкретных сроков мы на себя не берем. Да, мы отдадим вам вместо там 130%, допустим, но по срокам никто ничего не обещает. Это давайте все знать и понимать. Так, с этим вопросом, думаю, закончено. Вот по этому, по Rocket Refresher или от AdSpy Pro, я уже не помню, просто я рассылку сделал посмотреть вот этот ролик и правильно подписаться. Все новые, все, что есть, какое-нибудь изменение или что, я сразу выкладываю на YouTube, чтобы вы могли узнать. Правильно, днем это мне не всегда удобно, но вечерами я просматриваю все последние новости у меня здесь на канале. Так что подпишитесь с оповещением, и вы будете знать все последние новости по проектам, по тем проектам, о которых я рассказываю. Теперь давайте, ребята и девчата, рассмотрим вот ту серию сайтов и как я тут работаю, да? Вот первый сайт Traffic Week, с которого все и началось. Вот как я сделал? Я сюда завел $5. $5 на сегодняшний день, и отсюда вывел 26 с чем-то. Те же $5, то есть $20, уже вывел. Не будем считать то, что на балансах, это еще не мои деньги, да, скажем так. Те же самые $5 я опять завел вот на AdRefBurst. Опять, вот видите, у меня на балансе нет, но я их не буду считать. То, что я вывел отсюда те самые $5 и 4 с чем-то еще вдобавок к ним. То есть, вложив и сняв с этих двух проектов $5, я еще и заработал где-то в районе, ну, 25, скажем так, долларов. Далее. Следующий проект, вот Rocket Refresher, сюда я пока ничего не вводил, никаких сумм сюда не заводилось. Но эти же $5, они будут заведены сюда. И что-то с них заработается. Ну, заработается, мы так будем говорить, потому что это от одного и того же админа. Ну, не обманут они. Это уже другой вопрос, не будем его подробно рассматривать. Ну, в общем, и вот таким вот образом, ну, даже если, допустим, я на каком-то из этих 5 сайтов, да, там, эти $5 у меня пропадут, все равно в итоге я буду в плюсе. Если эти суммы, почему они такие маленькие, они, в принципе, минимальные, то, что туда можно, нужно, необходимо заводить, чтобы вывести. Если вас вот эти суммы не устраивают, вы хотите, ну, в 10 раз больше, пожалуйста, вместо 5-50 вводите и работайте. Я же считаю, что эти ролики смотрят в основном начинающие, новички, и для них даже, ну, чего там, и $5 это, ну, сумма, которую они, ну, не хотят рисковать, потому что они не знают, как и что тут устроено. А те, кто хотят побольше, ну, вводите побольше. Дело это ваше, сугубо лично ваше.
На том же Rocky Trash тут пакеты от 1 доллара. 1 доллар нужно всего ввести. И тут Vetspy Pro тоже от 1 доллара. И опять же, вот я просил вот в этом сайте зарегистрироваться тех, кто будут работать, и опять же сказал, что буду им помогать. В тех письмах, которые я рассылаю зарегистрировавшимся, я просто выслал рассылку с просьбой вот посмотреть этот ролик и подписаться. Мне не подписчики нужны, ребята. Мне нужно, чтобы то, что выкладывается на YouTube, вы сразу увидели и сделали соответствующие выводы. Или уходили с проекта того или иного. Или наоборот, там что-то новое вы первыми об этом узнавали только для этого. Вот я выложил ролик, вы сразу его увидели. Только для этого. А то накрутить подписчика, ну сегодня за пару долларов можно тысячами их накрутить. Я не для подписчиков вот эту рассылку делаю. Далее, ну это по доходности рассмотрим потом. Далее идем вот Z Masterbooks. Вот так, те 5 долларов, допустим, у меня крутятся в этих 5 сайтах. Вы можете разбивку сделать по-другому. Там по 5 долларов на несколько, на 3-3 сайта, по тройкам их разбить. Это уже дело вкуса, да, кто как захочет. Дальше у меня идет, допустим, Z Masterbooks в той серии. Сюда 2 доллара заведено, выведено, и 27 стоят на вывод. Ну, это тоже не будем считать. То есть здесь я по нулям. Если вы начали со мной, сделали то же самое, вы тоже должны быть по нулям. Это, опять же говорю, не будем считать. У вас все должно быть по нулям, и у вас здесь начинается заработок. Для чего я это поставил на вывод? Потому что вот в этом сайте Revenue Bots, в моих обзорах он есть. Те 2 доллара, которые у меня отсюда выведены, здесь потеряны. То есть 2 доллара у меня в потерях, в минусе. Я сейчас вывожу отсюда для того, чтобы начать работу вот на этом, на Плутоне. Хотя у меня тут тоже уже поднакапливается за счет просмотров. Мы же, ну я во всяком случае не сижу, не жду, когда, что, как. Есть клики, накликиваю. То есть тем самым иду с вами в ногу. Понимаете, что вы тоже вот видели, что можно сделать так. Бывает и вот так. Бывает и вот так. Конечно, но те 2 доллара, которые случились вот здесь, они и должны случиться. Поэтому и сайтов тут, если бы было 2 сайта, допустим, или этот один, то мы бы потеряли все. Когда работаешь на 2 сайтах, это шанс на проигрыш, так сказать, на то, что ты прогоришь, один из 2, а тут один из 10. Так что такое тоже есть в интернет-бизнесе, так называемом. Все-таки это бизнес, это не заработок, не работа. Здесь надо как-то организовывать, смотреть, оценивать риски. И я и стараюсь вот вместе с вами делать так, чтобы на малых суммах без рисков выйти в какой-то маленький плюс. И если, допустим, у вас уже появится опыт, то и я вам не нужен. Вы и без меня сможете работать прекрасно. Это в основном, еще раз говорю, это для новичков. Для новичков, которые, ну, хотят с 10 долларами попробовать свои силы. У меня есть проекты, в которых, еще раз повторюсь, у меня и по сотням, по 600 евро там крутится, но это же не для вас, не для новичков. Так, теперь насчет доходности. Вот в этом сайте я даже не знаю, там, тут тоже где-то в районе 30 долларов, 30% доходность. Нет.
Здесь мы начинали с 5 долларов, с 5 бонусных долларов, но этот сайт позволяет, вот именно здесь покупаются пакеты за 1 доллар, они стоят 1 доллар. У меня вот видите, на сегодня уже удвоилась, да, так скажем, сумма. Этот сайт работает с 23 ноября. С 23 ноября, сегодня у нас 5-е. Ну, по грубым посчетам, 7-12 дней. За 12 дней удвоилось то, что было. Допустим, это был не бонус, а были мои 5 долларов, и я постоянно перепокупал. За 12 дней удвоить сумму. Это маленький процент. Хотя сам процент тут маленький. То есть за счет перепокупки можно нарастить свою сумму и с определенного момента начинать выводить. Есть такая штука, да, калькулятор сложных процентов. По нему я отдельный ролик сделаю, выложу. Он будет моей команде полезен. Это будет или сегодня вечером, или завтра. Завтра у нас воскресенье, я свободен. Завтра его выложу. Вот так, ребята. Так что это бизнес. Это бизнес, надо рассчитывать свои возможности, диверсификацию делать, да, вот так называемую, не вкладывать все в одну корзину. Это мы все слышали, знаем, но делается это примерно так, примерно так. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.